Luke! Pakul! Приветствую, Вундуник. Я Бальдур Накс. Кто ты? Что привело тебя на мою Струнма, мою гору? Они считают меня учителем, Вултоник, старым и мудрым. Верно. Я стар.
Скажи мне, зачем ты здесь, Валан? Зачем ты прерываешь мою медитацию? Дрем, терпение. Есть формальности, которые должно соблюдать при первой встрече двух дов. По давней традиции, сперва говорит старейший. Слушай мой тум, ощути его костями своими. Борись с ним, если ты Довакин. Зачем ты здесь, если не ради Тинва? Да, Довакин. Йол, пойми огонь, как его понимают дом. Сорседов Лосмуль, в тебе сильна кровь дракона. Давно мне не доводилось говорить с сородичем. Итак, тебе удалось найти меня. Нелегкая задача для Йол. Смертных, даже для тех, в ком течет Довасош, кровь дракона. Чего ты хочешь от меня? Я ждал тебя, Прода. Не стоило тебе так далеко идти для Тинвак со старым Дова. Нет. Тебе нужно оружие против Алдуина. Да, они очень боятся за меня. Балан Фадонны. Но я не знаю тум, который ты ищешь. Кросис. Он мне неведом и не может быть ведом. Твой род, Йоре, или смертные, создали оружие против дов, драконов. Наш Хадриме, наш ум не может даже постичь этой концепции. Дрем. Всему свое время. Сначала вопрос к тебе. Зачем ты хочешь выучить этот ум? Да, Алдуин, Зейма, старший брат, одаренный, жадный и взбалмошный, как это часто бывает с первородными. Но зачем? Почему тебе нужно останавливать Алдуина? Верно. Но Квастид, пророчество говорит о том, что может быть, а не о том, что должно быть. Квастид Салуак. То, что ты можешь что-то сделать, не всегда значит, что нужно это делать. Хм. У
У тебя нет других побуждений к действию, кроме веления Рока? Ты только игрушка в волнах Дез судьбы? Итак, возможно, твоя судьба исполнится. Кто знает? Дезмот Махус, судьба ускользает даже от дов, оседлавших потоки времени. Алдуин верит, что он победит, и не без причин. Рокмул. И он не глуп. Ни Мэй, Риник Гуднолл, совсем нет. Вначале он был самым мудрым и прозорливым из нас. Но ты уже довольно долго терпишь мое многословие. Кросис, теперь я отвечу на твой вопрос. Знаешь, почему я живу здесь, на вершине Монавен, которую вы зовете Глоткой Мира? Верно. Но немногие помнят, что именно здесь Алдуина победили древние языки. Варукт Унслад. Возможно, никто, кроме меня, теперь не помнит, как его одолели. И да, и нет. Викнус Некрон. Алдуин не был побежден окончательно. Если бы был, тебе бы не пришлось сегодня искать способа победить его. Тогда норды использовали крик Драконобой, чтобы покалечить Алдуина. Но этого было недостаточно. Окмулак Унслад. Это был Кел, древний свиток. Они использовали его, чтобы забросить его в потоки времени. Ненарочно. Некоторые надеялись, что он ушел навек, исчез навсегда. Ней. Но я знал, Титбо Аматив, время течет только вперед. Придет день, когда он появится вновь. Поэтому я и жил здесь. Тысячи человеческих лет я ждал. Я знал, где он появится, но не знал, когда. Тит Крент, время было разорвано здесь из-за того, что древние норды сделали с Алдуином. Если ты принесешь тот Кел, тот древний свиток сюда, к Тидоран, временному разрыву, с древним свитком, который использовали, чтобы разорвать время, ты сможешь попасть назад, на другой конец этого разрыва. Ты сможешь узнать Драконобой у тех, кто его создал. Кросис, нет. Я мало знаю о том, что происходило внизу в те долгие годы, что я провел здесь. Скорее всего, ты знаешь больше, чем я. Полагайся на свой инстинкт, Давакин. Твоя кровь покажет тебе путь. Верни его сюда, в Тидоран. Потом Келевоминдок. С такими
вещами никогда не знаешь наперед. Но я полагаю, что свиток, связанный с Тидоран, даст тебе видение, образ момента своего создания. Тогда ты прочувствуешь, узнаешь, что такое драконобой в силе его первого выражения. Ты их увидишь, Вудфадон, моих друзей, Хакана, Горнблейд, Фелдира. Первые смертные, которых я научил Туум, первые языки. Вожди восстания против Алдуина. В свое время они были могучими. Даже попытались одолеть Алдуина, Саарутхуне. У нордов потом было много героев, но никого равного им. Многие века я учу пути голоса, и многие века до того я учил использовать Туум. Но нет, Довокин, больше никто не приходит сюда за знаниями, Саран. Только ты за последнюю сотню лет. Я размышляю о Ротмулаг, словах силы. Я учу их использовать. Для меня этого достаточно. Чтобы познать слово силы, нужно впустить в себя его смысл. Поразмысли над смыслом, Ротмулаг. Слово войдет в тебя, и ты сроднишься с ним. Стану ли я учить тебя, Довокин? Какое слово зовет тебя? Какое слово ты жаждешь изучить? Три из них открыты для тебя. Фус, Фейм и Йол. На вашем языке это зовется сила. Но когда ты толкаешь мир, мир толкает тебя в ответ. Подумай о том, как применить силу без усилия. Представь легчайшее дуновение, перед которым ничто не может устоять. Это Фус. Позволь его смыслу проникнуть в тебя. Сумарк Мора. Ты сможешь толкнуть мир сильнее, чем он толкнет тебя. Дремьолог, приветствую. Сумарк Мора. Говори, кто из них взывает к тебе, Довокин? Фус, Фейм, исчезновение на вашем языке. Смертные куда больше расположены к этому слову, чем мы, Дов. Все, что смертно, со временем исчезает, и лишь дух остается. Подумай о значении духа. Он сладзи. Плоть смертна, она увядает и гибнет, но дух остается. Это Фейм. Позволь ему смыслу проникнуть в тебя.
Сумарк Мора, ты почувствуешь, как твой дух придает тебе больше сил. Локтум. Кто из них взывает? На вашем языке это слово значит лишь огонь. Это изменение, имеющее форму. Могущество в своем наиболее простом аспекте. Вот истинное значение Йол. Сулейк, власть. Она есть у тебя подобно всем дов. Но власть бессильна без решительности и действий. Думай о ней, как об огне в твоем сум, в твоем дыхании. Сумарк Мора. Что ты сожжешь, что ты пощадишь? Локтум.
Boost Rodan! Итак, Партурнакс говорил с тобой. Кровь дракона сильна в тебе. Он открыл тебе то, что ты хочешь знать. Он научил тебя драконобою. Да будет так. Если он считает, что тебе нужно изучить его, мы преклонимся перед его мудростью. Мы никогда не интересовались свитками. Сами боги побоялись бы играть с такими вещами. А вот где его найти? Маги в Винтерхолде известны своим интересом к святотатственным вещам. Они могут знать что-нибудь о древнем свитке, который ты ищешь. Добро пожаловать в таверну Вайлмир. Если тебе что-нибудь нужно, только скажи. Берегись волков, если на высоких ротках. Ты уже поговорил с Фастри? Нет. Говорю. И Вилки. Если бы я мог ее отсюда... Я бы сделал это завтра же. Но Климмику еще многому нужно научиться. Климмик отлично справился. Яйца. Прислушайся к зову сердца. Когда-нибудь, но не сегодня. Эти проклятые медведи меня с ума сводят! Как приятно, когда работники и впрямь делают то, что им сказано. Вот обещанная награда. А теперь извини, мне надо заняться делами. Получается у меня плохо. Приходит полтора человека, и каждый вечер одни и те же. Мне нравится, как ты играешь. Было бы очень жалко, если бы ты... Если подвернется случай, убей за меня пару медведей, ладно? Для тебя сделать.
Если хочешь послушать музыку, только скажи. Приятной поездки, господин. Да теперь, когда тайна нашего призрака раскрыта, надеюсь, в город будут заходить не только редкие пилигримы. Погляди. Если идешь в монастырь, смотри под ноги как следует. Падать там далеко. Что-то по виду не скажешь, что ты в паломничестве. Говорят, стража рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то такое. Обосновались в старом форте возле рифа. Может, и мне стоит к ним пойти, а? Лучше можешь? Прокляни тебя, Асура! Таким, как ты, здесь нет. Thank you.
нас кончается хлеб. Надеюсь, ты... Если ты здесь не для того, чтобы дать мне славную смерть, лучше уходи. Да, если я просто лягу и помру, Малакату это не понравится. Мое время пришло. Я стар, слишком стар, чтобы стать вождем. В таком возрасте уже не следует брать себе жен, поэтому я умру. Малакат даровал мне видение славной смерти. Я должен ждать ее здесь. Как видишь, пока она еще не пришла. Истинно так. Умирать мужчине следует тогда, когда он еще достоин называться мужчиной. Мы, орки, не такие, как все эти норды и имперцы, которые цепляются за жизнь даже седые, беззубые и облысевшие. Не следует цепляться за нечто бесполезное. В особенности, если это бесполезная вещь, ты сам. Лучше уходи, а не то отпугнешь мою славную смерть.
Если ищешь, где подзаработать, нам как раз нужна помощь с урожаем. Честная плата за честную работу. Неужели так заметно? Я по уши в заботах. Нет времени на отдых. Надо работать на ферме, выращивать корни Нирна и все время приглядывать за моей сестрой Адури. Правда, это было бы здорово. Для выращивания корня Нирна мне нужен виноград Джаспи. Кислота, содержащаяся в его соке, отлично действует на почву. Сейчас мне нужно 20 гроздей. Удачи в поисках винограда Джаспи. Он очень редкий. Почему поля не вспаханы? Я же просила. Потому что пахать поля скучно. Никуда твои поля не денутся. Совсем не обязательно над ними так квохнуть. Скучно? Мы живем за счет урожая. Если мы его потеряем, то станем голодать или будем вынуждены пойти побираться. Я этого не допущу. Хорошо, хорошо, я понимаю. Я займусь этим завтра, ладно? Только отстань. Если ищешь, где подзаработать, нам как раз нужна помощь с урожаем. Адури из тех, кого можно назвать вольными духом. Она любит часами бродить по осеннему лесу. Если бы мы все еще жили в Ивеке, это было бы не так страшно. Бродила бы себе вдоль канала. Но здесь у нас огромная куча работы. И это не говоря об опасностях, к которым она совершенно не подготовлена. Была когда-то. К сожалению, теперь у меня не хватает времени на это. Когда-то у меня была лавка в Ивеке, но пришлось все бросить, когда взорвалась Красная гора. Может, когда-нибудь я снова открою лавку тут, в Скайриме. Вообще-то я его тут выращиваю. Только я умею выращивать корень Нирна от семечка до взрослого растения. У меня был хороший учитель. Он научил меня всему, что знал сам, о корне Нирна и его странных свойствах. Я его уже много лет не видела. Интересно, что с ним стало? Честная плата за честную работу. Удачи в поисках винограда. Он очень редкий. Если ты здесь не для того, чтобы дать мне славную смерть, лучше уходи. Возможно, ты хочешь этого? Посмотрим.
Они ушли? Помоги, пожалуйста. Я тебе заплачу. Бандиты разграбили мою повозку. Ты мне поможешь? Ладно. Бросай меня умирать. Твое сердце! Thank you.
А, это ты? Опять будешь пытаться что-то. Бивневая кость будет отлично смотреться в моих амулетах. Превосходно. Я его расплавлю, и тогда мне точно хватит золота на начатые ожерелья. Помоги. Умираю с голода. Счастливого пути, путешественник. Счастливого пути, путешественник. Если хочешь что-нибудь продать за хорошую цену, приходи ко мне в заложенную креветку рядом с рынком. Прочь с дороги! У сына Ярла нет времени на пустую болтовню. Добро пожаловать в крепость Миствейл. Великолепно! Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. Тебе будут рады в Рифтоне, покуда ты соблюдаешь наши законы. Добро пожаловать в Рифтон. Надеюсь, дорога была гладкой. Явились позлать, да? Маверчик, поглумиться. Я чувствую, что вы сме... у меня за спиной.